Привет всем. В Нью-Йорке 9 вечера. Уплетаю салат с авокадо. Привет, Питер. Питер, привет. В Питере уже ночь на дворе. Привет, привет. Привет, привет, мои хорошие, привет. Бруклин, о, Бруклин, привет. А, Бруклин, привет. Ем вкуснейший салат, который собственноручно приготовила. Авокадо. Немножко добавила огурчика, помидорчика, листья салата, сок лайма, базилика, оливковое масло и чуть-чуть пармезана. Вкуснятина. Вообще, здесь полюбила очень сильно авокадо. Легкий салатик, но авокадо, конечно, все в составе легкое, кроме авокадо. Юлек. Юлек, привет. Привет, дорогая. Устаю пипец как. Мне даже некогда. Мне некогда даже позвонить. Бегу. Постоянно бегу. Вот только прибежала. Салат. Стругала. Авокадо здесь, конечно, ребята. Я в России, когда жила, столько авокадо не ела, сколько здесь. Еще я здесь очень полюбила, помимо авокадо, манго. Вкуснота. Прям вкусно. Помидорчики, огурчики, листья салата, вкуснятина. Немножко полила лаймом все это. Ну, мне пишут из Торонто. Слушайте, ребята, я хочу очень побывать в Торонто. Прям очень хочу побывать в Торонто. Но это уже Канада. Мне нужно будет либо канадскую визу сделать. Как-то мне нужно будет к вам попасть в Торонто обязательно. Красота там невероятная. Кушаю салатик. Торонто. Очень хочу побывать в Торонто. Торонто. Привет вам. Когда в Нью-Йорк? Помидорки. Читаю. В общем, салат сделала. Ребята, вы спрашиваете. Добавила туда авокадо, помидор, огурец, листья салата, немножко базилика, немножко оливкового масла, чуть-чуть пармезана. Все это заправила еще листьями салата, и получилось прям бомба. Прям очень-очень вкусно. Вот теперь уплетаю. И повторюсь. Авокадо я полюбила только здесь. В России я вообще его не ела. В конце апреля приедете. Забегайте в тет-а-тет. В конце апреля приедете. Забегайте в Торонто. Привет. Забегайте в тет-а-тет. Там увидимся, кофейку попьем, поболтаем. Заодно все обсудим. Буду вас ждать.
Тет-а-тет. Как там в Торонто погода? Сегодня в Нью-Йорке целый день дождь. Как у вас в Торонто погода? Авокадо, конечно. Здесь все авокадо, ребят, из Мексики. Но нужно тоже выбирать, вот, какой авокадо. Оно тоже бывает разное. Я живу в районе Квинса. Какой чаёк сделала? Сейчас покажу. Просто закачаетесь. В общем, до чая. Я стала фанатом чая здесь. От кофе просто очень сильно устаю. Каждый день его литрами пьешь. И уже кофе поперёк горло. Так вот, нашли здесь магазин мы с моей подружкой. Называется Ти-2. Это магазин чая. И мы там закупились с моей Юлькой чаем. Теперь я завариваю чай. Добавляю туда мяту. Добавляю туда шалфей. Все это настаивается. Шалфей, мята, чай. Просто шикардос. Я прям каждый вечер я прихожу, так как здесь много стресса. И завариваю себе чаечек. Либо с ромашкой, либо с мятой. Успокаиваю. Вот. Потому что здесь постоянно переживаешь. То об одном, то о другом. Ну и вообще я человек эмоциональный. Поэтому мне тут недавно посоветовали купить в русской аптеке валерьянку. Юлька, я на кухне сижу, поэтому шумно. У нас же частный дом. И люди готовят на кухне. У нас частный дом, у каждого свое пространство. Сегодня снег, плюс один. Ну, у вас в Торонто снег, а в Нью-Йорке снега и не видать. Вкусно, поэтому шумно. А я пришла на кухню. У нас частный дом, каждый арендует свое пространство. Поэтому на кухне такой мир, когда все готовят. Такое место. Авокадо, Юлька, здесь просто, я даже могу и мясо не есть. Могу ничего не есть. Поэтому только авокадо. Ну и рыбу. Обожаю здесь рыбу, салмон. Ну, значит, скоро увидимся. Хорошего вечера. Да, Торонто, прилетайте. Увидимся в тет-а-тете. Поболтаем, посидим. Расскажете мне про Торонто. Ну вот, я, конечно, очень бы хотела побывать в Канаде. Канада очень близко от меня. И еще какие мои годы, как я говорю, все впереди. Ну вот, так что сейчас салатика наелась уже вдоволь. Сейчас устрою себе чайную церемонию. Сегодня спокойная пятница. Прибежала домой уставшая, как собака. Потому что метро Нью-Йорка, оно меня просто выматывает. Выматывает безумно. Ну, все, Торонто. Договорились, Торонто. Ждите в гости. Ну, а пока я к вам приехать не могу. Вы к нам прилетайте. Буду ждать вас в тет-а-тете. Только заранее маякни и напиши мне, что вот такого-то, такого-то апреля вы приезжаете. И я подскочу в тет-а-тет.
Вчера у нас тет-а-тет был женский день. Вы знаете, вчера мы с Новиковым. Да, руки мыла. Несколько раз сегодня, я не знаю, сколько я в день раз мою руки. Пришла домой, 3 раза помыла, с Алиском помыла руки. Вчера в тет-а-тете мы делали весеннюю вечеринку. Вчера было столько девчонок, ведь впереди у нас 8 марта. Да, Олегу привет передам. Олежу передам. Вот. Вчера у нас было такое 8 марта, тет-а-тет. Куча красивых девчонок. Классная атмосфера. Вчера тет-а-тет было очень клево. Вот. А сегодня тоже вечеринка. Но я не поехала. Решила отдохнуть дома. Завтра рано утром вставать. Поэтому сегодня в пятницу я решила побыть дома. Вот. Покушать салат. Попить чайку успокоительного. Очень. Вы знаете, вот прям очень сильно подсела здесь на чай. Прям не знаю, что со мной. Вот. Видите, с какой кружки пью? Чай. Вот у меня здесь такой чайник. Смотрите. Та-дам. Шалфей. И мята. Хочу прими на время. Вон, кто там просится ко мне, кого принять, у кого что случилось, рассказывайте. Короче, купила чай. Он из свеклы. Бит. Потом там какие-то цветы. Свекла, цветы и что-то еще. И туда я добавила шалфей, мяту. И все это заварила, и это настоялось 20 минут. Вы не представляете, какой, просто какой аромат от шалфея. Просто банькой пахнет. Так хочется в баньку. Кстати, любимые мои подписчики, кто знает самую лучшую баню в Нью-Йорке? Я знаю, что несколько бань. На Некроуд, это русская баня, я там была. Потом есть баня в Нью-Джерси, там знакомые у меня были. Потом рассказывают, что есть баня в Сигейте. Тоже в Сигейте, да, там есть баня. А расскажите, напишите, пожалуйста, мне, может быть, в личку, кто знает самую классную баню в Нью-Йорке или за пределами Нью-Йорка, чтобы она была такая прям на дровах, русская, с такими вся вот такая деревянная русская банька, чтобы там вот самовар приносили, чай с самоваром таким, чтобы вот прям по русским традициям, как вы, подскажите, пожалуйста, есть такие здесь бани с самоваром на дровах, чтобы все в дереве было, как вот у нас. Я мечтаю в Нью-Йорке, живя чуть больше года, о русской настоящей баньке. А вот шалфей прям так пахнет банькой. Просто бомбит, просто бомбит. А вкус свеклы и свекла в этом чае, она дает, смотрите, что. Видите, какой оттеночек? Она дает такой красный. Вот. Поэтому очень хочется, знаете, вот прям с самоваром в русскую баньку. Вот у меня у родителей всю жизнь я росла в такой семье, где папа обожает бани. Поэтому у меня у родителей всегда была и есть баня.
Я раньше не понимала маленькое вот всего этого наслаждения, а теперь вот просто вот когда, знаете, стресс, устаешь, хочется просто вот от этого, ну, город Нью-Йорк, он очень грязный, хочется прям вот прийти в баньку, прям попариться, снять с себя весь негатив, снять с себя всю-всю-всю грязь и просто окунуться прям. И чтобы самоварчик, наваристый чаечек деревом пахло. Давай в Воронеж, я тебя знатно и поздоровай. Сейчас бы я к вам бы в баньку на чаечек с самоваром. Ой, спасибо за приглашение, Воронеж. Очень приятно, что на моей странице столько позитивных людей. Кстати, я хочу поблагодарить моих подписчиков, тех людей, которые следят за мной, те люди, которые меня любят. Огромное спасибо, что вы все мне желаете женского счастья, чтобы поскорее у меня уже были дети, чтобы поскорее у меня уже, я уже вышла замуж. И, знаете, фотография с Олегом сразу же такой у людей произвела фурор, и мне очень приятно, что вы настолько хотите, чтобы я была счастлива. Прям меня прям, мне даже прям польстило, потому что столько комментариев, столько людей. Вау, Окси, вау, ой, как вы смотритесь, ой, какие вы классные. Я просто горжусь, что у меня такие подписчики, которые так сильно желают мне счастья, любви, семьи. Это действительно для женщины это самое главное, когда есть семья. Женщина без детей – это как деревья без лепестков, знаете. И я мечтаю о том, чтобы у меня был большой дом, семья, любимый человек был всегда рядом. И это моя мечта, я об этом мечтаю и знаю, что так оно и будет. Вот, а Олежка мой, он замечательный. Спасибо вам огромное, что вы так отреагировали и так сердечно и душевно прям рады за меня. Юлька, Юлька, Юлька пишет. Юлька, в Питере уже ты не спишь? Если ты не спишь, я могу тебя набрать, Юлька. Мне вот пишет в прямом эфире мой любимый инструктор по вождению. Когда-то Юлька учила меня водить автомобиль в Санкт-Петербурге. Мой любимый инструктор. Если ты не спишь, то я могу тебя набрать, потому что у нас уже 9:20 вечера, а у тебя на 8 часов вперед. Если не спишь, могу набрать. И поздравить тебя с наступающим 8 марта. В общем, спасибо огромное. Вы мой мотиватор, звони. Я знаю, что многие подписчики смотрят на меня, хотят точно так же. Я вам уже говорила, если вы что-то очень сильно в жизни хотите, если вы целеустремленный человек, который не боится ничего, никаких трудностей, значит, приезжайте в Америку, и не только Нью-Йорк, вы можете приехать и в другой штат. Просто Нью-Йорк, он самый-самый-самый. Да, Даша, я постоянно нахожусь практически в тет-а-тет, а что вы хотели? Конечно, я буквально вчера была в тет-а-тет, поэтому если у вас какие-то есть вопросы, пишите мне в личку. Да, я бываю частенько. Здесь автомобиль я пока не вожу, хочу сдать пермит. В России я всегда, ну, как бы водила автомобиль. Поэтому здесь немножечко правила дорожного движения отличаются, нежели от российских правил. В Нью-Йорке здесь правила вождения немножечко другие. Поэтому в будущем, в ближайшем будущем я обязательно сдам тест вождения и буду тоже здесь водить автомобиль. Честно говоря, метро надоело. Метро уже просто сил нет, как надоело. А в России я водила. Вот, Даша, поэтому пишите мне в личку, какой у вас вопрос. Тет-а-тет я бываю частенько, поэтому если вы где-то мимо проходили или будете проходить, или будете забегать тет-а-тет, с радостью увижусь с вами и выпью чашечку кофе. В общем, мои хорошие, всем хорошей пятницы. У кого-то уже наступила суббота. С наступающим, девчонки, вас 8 марта. И каждый из вас, мои подписчицы, я желаю, будьте счастливы, действительно, по-женски и по-настоящему. Потому что для нас, для девчонок, самое главное быть счастливой, любимой, чтобы нас ценили, любили,
принимали такими, какими есть, не пытаясь менять изнутри подкорку, потому что подкорка, она у нас, знаете, она у нас уже заложена. Нас можно только скорректировать, но не поменять. Я желаю всем моим подписчицам, всем девчонкам просто истинного, настоящего женского счастья в преддверии 8 марта. А завтра я спешу сообщить, что завтра утром я встаю очень рано и бегу в Манхэттен, чтобы встретиться в грузинском ресторане со своей подругой, с которой для вас мы будем разыгрывать бьюти-бокс. Поэтому завтра утром заходите в мой прямой эфир, мои сторисы и смотрите новости. Специально в преддверии 8 марта и прихода весны мы с моей подружкой из Нью-Йорка разыграем для моих подписчиц бьюти-бокс. Если вам понравится, то периодически мы будем разыгрывать и отправлять из Нью-Йорка в Россию или здесь, или в Россию, неважно куда, в любую точку мира, мы отправим вам подарок. Завтра в прямом эфире мы вам расскажем все правила нашей игры. И та самая счастливица в преддверии 8 марта с приходом весны получит бьюти-бокс от нас, от меня, Оксаны Рязко, и моей Юльки. Так что всем хорошего настроения. Завтра смотрите прямой эфир сторис. Будем разыгрывать бьюти-бокс. Завтра подробно все расскажу. Всех с наступающим 8 марта, сори. Желаю вам любви без границ. Ваша Оксаряска. Побежали.